Привет, дорогие друзья! Поздравляю всех вас с Новым годом! И в честь этого великолепного праздника я решил заснять видео. Как вы уже поняли из названия, речь будет идти о... Нет, не о маме. Хотя он внес определенный вклад даже в создание этого ролика. Все мы знаем, что Мамикс любитель поэкспериментировать с Кока-Колой. Так вот, еще Кока-Кола — это символ Нового года. У нас, у русских людей, помимо Кока-Колы, есть еще много различных символов этого праздника. Наверное, у множества людей на столе новогодние праздники, помимо Кока-Колы, есть еще такое классное блюдо, как холодец. И сегодня я хочу совместить Кока-Колу и холодец. А как мы это будем делать, я вам сейчас покажу. Погнали на кухню. Итак, ребят, что нам для этого понадобится? Нам для этого понадобится кастрюля. Ну и, конечно же, холодец. Static. Итак, что мы делаем дальше? Вот мы уже сварили наш холодец. У нас есть Кока-Кола. Мы, конечно, не будем ее добавлять. Наш холодец, может, как некоторые могли подумать. Мы заполним нашим холодцом нашу бутылочку. Я сажу в пустую. Приступим. Итак, аккуратно снимаем нашу наклеечку. Теперь каким-то образом нам надо содержимое этой кастрюли или тут я, конечно же, не продумал, надо было взять какую-нибудь клеечку, придется все это делать ложкой. Ну вот, ребята, мы закончили заливать нашу бутылочку холодцом. Довольно прикольно получилось. Она еще вся такая горячая. Ну, теперь мы это погружаем в морозилку. Я думаю, на пару часов хватит. Ну вот, ребят, уже прошло пару часов после того, как мы засунули кока-кольный холодец в морозилку. И вот, собственно, вроде застыл. Сейчас мы аккуратненько вскроем ее и посмотрим, что получится. Ну вот, ребят, что у нас получилось. Вот такая вот новогодняя креативная Кока-Кола. Даже гравировка видна. Друзья, мы сделали нашу новогоднюю Кока-Колу. Надеюсь, вам понравилось. Хочу поблагодарить вас за просмотр. И всем пока!